Привет! А вы знаете, что для нападающего Глеба Куликова самый приятный звук – звук сирены? А для защитника Алексея Морозова самый неприятный звук – вилкой по тарелке. Хотите узнать о них больше? Смотрите очередной выпуск проекта «Сквозь объектив», который уже склеен, сверстан и даже нажат на кнопку «Play». Кому и когда забил свой первый гол? Ну, я не помню, давно было. Наверное, Электростали забил свой первый гол. Нет, такие вещи я не помню, это было очень давно. Ну, в школе учился, сейчас в институте учусь. Ну, как учился? Да, ну, как сказать, учился. Так, посещал. Ну, учился это так. Последние два года это было... Если не хоккей, то что? То учёба. Учёба? Работа. У тебя как? Ну, я не знаю, это тяжело. Никогда бы не бросил бы хоккей. Если бы... Чем бы ты никогда не стал заниматься? Никогда не стал заниматься? Да. Не знаю. Никогда бы не стал играть в кёрлинг. Нет, ну я не знаю, я пока не попробуешь, не поймешь, чем я стал заниматься. Может, и в кёрлинг будет интересно играть. Прозвище в команде. Кулик все зовут, не знаю, фамилия Куликов. Так все называют. Меня тоже фамилию немного сокращают. Мороз иногда прозывают. Самый романтичный поступок и, наоборот, самый ужасный. Это трудно сказать. Пока, может, ты расскажешь. Самый романтичный поступок, ну, такого нету еще. Такого еще не было, он был. Он еще будет, да. Ужасных было много, так много и не вспомнил. Что больше всего нравится делать на льду? Не знаю, булит, наверное. Самое легкое. Ну, не говы, да, забивать? Да. Ну, я тебя понял. Ну, естественно, забивать говы, давать передачи, помогать. Как? Ты же не можешь. Я все могу. Любимым блюдо, что есть лучше? Не знаю. Наверное, суши. Фу-фу-фу. Извините. Я, например, все ем. Я, например, вообще все ем. Какой у тебя самый приятный звук? Самый приятный звук? Ну, как сказать, их много. Музыка та же, например. А у меня сирена за воротами, самый любимый звук. Главное, чтобы не за своими. Да. Такое тоже бывало. А который терпеть звук не можешь? Ну, когда вот мои ворота за шайбу залетают, такое, сирена. Не, я не люблю, когда вилка по тарелке скрипит, или как на доске. Ну, это у всех такое. Вредные привычки, куришь, пьешь? Да не, нет таких. Бросил? Вроде. Бросил уже, да, давно. Это было в прошлом. И неправда. Ну, неправда, ты еще посмотри. Да у тебя какая вредная привычка? Да, ну, нет вредных привычек. Давай не врать сейчас. Я ЗОЖ. Ну вот, врет человек вообще. Самое смешное или дурацкое слово на свете? Ацилококцином. Ну это лекарство. Ну это слово, это тоже слово. А, ну я не пойму тебя. Арбуз? Какой арбуз? Любимый город в мире, почему? У меня? Ну, у меня много любимых городов. Ну, во-первых, Дмитров, родился в нем. Начал заниматься там хоккеем. Конечно, Лос-Анджелес, город ангелов. Друзей там много? Да. Просто офигенный город. Понятно. У меня Москва. Ну, все время там живу, рос. Понятно. Много друзей знаком. Ну вот скажи, что ты хотел своим болельщикам сказать. Я хотел бы сказать, чтобы они приходили на игры и болели за нас. Мы будем стараться побеждать и не расстраивать вас. Да. Я бы хотел сказать болельщикам то, что... Подумай. Ну, чтобы побольше приходило болельщиков, мы будем стараться. У нас хорошая команда, все выкладываются по полной. Да, была... серия неудачная, но надеемся, что выиграем такая следующую игру. Серия. На следующую игру надо выигрывать обязательно. Поэтому приходите, мы будем делать. Да, приходите, поддерживайте, мы будем стараться делать все, что от нас зависящее.
он вчера греб еще. Он вчера еще посадил. Шлепок такой был классный. На сегодня все. Пока-пока.